Реки протяженностью почти 30 тысяч километров – одно из природных богатств Словении. Но в последние десятилетия эта балканская страна регулярно страдает от наводнений, таких как то, что произошло в ноябре 2012 года в бассейне реки Драва. Два ее притока – Мислиня и Межа – вышли из берегов, снося на своем пути поля, дороги и даже фабрики. Запущенный в 2014 году европейский проект нацелен на снижение риска повторения подобных природных катастроф в этом регионе, в частности, на Мислине. Эти места выглядели вот так. Река была уже, а теперь нам удалось расширить русло, распределить поток воды и создать бермы по берегам. Цель проекта – укрепление защиты городских, промышленных и сельскохозяйственных районов этих двух рек. Его общий бюджет составляет 25 миллионов евро, 3 миллиона из которых предоставляет национальная компания водоснабжения. Остальные 22 миллиона финансируются за счет региональной политики ЕС. В местечке Пачами река была углублена, русло расширено, а берега восстановлены. Андрей, который помнит последствия разрушительного наводнения 9 лет назад, хвалит экологичность некоторых решений, таких как эти стратегические камни на случай паводка. Пока все, что они делают, очень эстетично и хорошо продумано. Нас особо радует тот факт, что не забыли о рыбах. Здесь установили камни, под которыми те могут прятаться. В нескольких километрах находится металлургический завод «Равни». Он производит от 70 до 80 тысяч тонн стали в год, которую экспортируют по всему миру. Для производства стали заводу нужна вода из Межи, полноводной реки в узкой долине, а значит, возможности расширить ее русло здесь нет. Поэтому после наводнения 2012 года властям пришлось искать другие решения. Одним из решений было обуздать реку. Для этого понадобилось благоустроить русло, построить на обоих берегах защитные стены, провести линии электропередач с учетом 100-летнего уровня паводков, что предотвратило негативное влияние на работу завода. В среднесрочной перспективе планируется строительство водохранилища вверх по течению Межи. Как ожидается, система регулирования водостока с плотиной позволит лучше защитить бассейн Дравы от возможных наводнений.